Но я не мог остаться в том замечательном лав-отеле с плетками и всем остальным. Хоть у меня и было две ночи и оплачено, я, короче, оттуда сбежал. Я вот просто показываю, что я в нормальную гостиницу переехал. Черт, у нас какой вид из окна? Непонятно. Павелецкий вокзал он здесь вот, под боком. Короче, все нормально. НСП, пушка, заряжен на 200%. Друзья, сегодня весьма значимый день. Сегодня день рождения моей компании, компании Винил Томск. Нам исполняется сегодня ни много ни мало 15 лет. Вроде бы недавно начиналось, а уже 15 лет. Самое интересное, что 15 лет назад я абсолютно не думал ни о каком бизнесе, ничего не знал об этом абсолютно. И даже к этому и стремился. Моя задача была стать лучшим специалистом в области пленок. Я хотел, чтобы мое имя ассоциировалось в Томске только с пленками. Вот, ну и есть ощущение, что это получилось. Мы не собираемся останавливаться, будем двигаться дальше. Большое спасибо всем тем, кто эти года с нами. Большое спасибо вам, большое спасибо моей команде. У меня лучшая команда, лучшие специалисты. Большое спасибо всем, кто в меня верит. И тем, кто не верит тоже, это мне помогает расти. Пока в Москве, нужно прийти к лучшим, к нашим коллегам, посмотреть, как у них все устроено. Компания Gosh Turbotech. Здесь очень много вот таких вот быстрых автомобилей. Да, компания занимается перформанс-тюнингом в первую очередь, но у них очень четко все выстроено, очень чисто и очень эффективно. Что-то я себе уже подчеркнул, и будем тоже в себя это внедрять. Ну и раз уж я нахожусь в Москве, мы заехали еще к одним нашим коллегам по цеху. Это компания Norway Performance, они занимаются перформанс-тюнингом, трейлингом и так далее. Посмотреть вживую, как это сделано. Вновь очень я поражен, как чистенько, аккуратненько, стандартизированно сделано. Ну, молодцы, ребята!